Всем привет, ребята! Сегодня на канале Нататуся вторая часть мега распаковки шоколадных шариков Чупа-Чупс. Сегодня мы будем распаковывать 9 штук. В прошлый раз мы распаковали 6, и нам попались миленькие малышарики и один котеночек из 3 котов. А какие мы сегодня яички будем распаковывать? Ребята, начнем нашу распаковку. Конечно. Как сладко-то. Ребята, вот эти какой нам кисоковат попался. Давай я открою. Что же там за попало? Кто это? Ребята, это кто? Нам попался крот. По-моему, крот там попался в прошлый раз. Если интересно, посмотрите первую часть это нашей распаковки. Сейчас вы смотрите, ребята. Это фейерверк шоколадный был. Да, ты видела? Да, а ты видела? Нет. А кто его сделал? Это я. Совунья, по-моему. Там, такая же, да, лежит? Да, это совунья. Повторились уже на 2 игрушки. Ну, ничего. Мы еще надеемся, что нам попадется Нюшенька. Какой я показываю свою игрушку? Какой посылку попадаю? Вот она. Вот она, красавица. Ну, подождем, конечно. Подождем. Может быть, нам все-таки такая красота попадется. Давай дальше. Ну, это будет 3 кота. Это 3 кота. Эти списайки. Давай. Я хочу мишку, чтобы было. Хорошо, давай. Там у них мишка красавица. Мишка красавица, конечно. Мишка красавица. Раскрыто. Ребята, стояйте, она раскрылась. Раскрылась? Шоколадное яичко? Вот такая форма у нас тут еще у нас остается, да еще и... Это Шрок. Так классно. Ребята, а этот захват, вы знаете? Он спит пока, да. Ну как классно, бумажка мне остается, да? И вот сюда. Открывай яичко, что там оно валится. Давай посмотрим. Наверное, что там? Опять совунья? Да. Похоже, это опять совунья. Ребята, вы знаете, две совуньи. Угу. Сиди, да, угу. Я папа, а я мама. Давай дальше открывай. Я папа, а я мама. И какие у нас соуски здесь. Совы, видите? Две игрушки, мои игрушки. Две игрушки, две мои игрушки. И мои соучки. Все равно. Три совы. Угу. И вот еще один шрок. Шрок еще один. Давай дальше смотри, что там попадается. Еще один шрок. Два шрока. Открывай дальше. Осталось у нас 2 яичка и смешариков. Бабушка, ребята, прислала Наташа. Знаете что?
чипсы. Гляньте, какая у нас дома. Какое зеркало. Ну вот, посмотри. За скваткой. Ты раскрыла, но ты не вытащила оттуда капсулу. Капсулу? Да. Сейчас. Закрою. А мы надо где-то сюда. Вот такая у меня вёла теперь. Обёртка, да? Получилось. Сейчас. Вот туда положу капсулу. Мы будем открывать вот это шоколадное яйцо? Давай откроем. Вы еще можете? Открывай. И все-все-все мы успеем. А посмотрим, что внутри. Наташа. Ну и можно туда, кстати, положить вот эту шоколадку. Глянь, у нас три шоколадных хипотекса. А что там написано? Надо посмотреть, что там написано. Написано чупа-чупс. Держи, открывай, давай капсулу мне, я посмотрю, что там в капсуле. А вот еще яйцо. Вот эти, что у нас был запуск. У нас получилась вот такая яма. Вот эти, вы поняли, ребята, оно скрыто. Скрыто. Клади шоколад в тарелочку. Ребята, смотрите, что у меня. Сейчас попробуем назвать. Посмотрим, кто там. Мама, Наташа отгадала. Это мамочка, кошечка из трех котов. Это мама. Угу. Огромная. Угу. Дальше смотрим. Это почему? Это же кошечка. Давай дальше смотрим. А если была бы тема? Давайте поменем вот так, ребята. Вот так. Вот так вот. Это рисование. Давай откроем шоколадные яички. Ребята, я думаю, что там попадется люсочка. Ну, давай посмотрим. Хорошо. Давай. Что там называем? Открывай. Там же малыша. А я тобой расскажу. Опять капсула. Ух ты. На этот раз нам попался лосяш. Как открывается? Давай, давай у тебя. Вот еще у тебя шоколадная яичко, открывай. Ребята, вы так помни, это четвертый чупа-чупс. Это котенок. Гоня. Гоня? Да. Так они бывают ее. Почему? Что там, капсула? Ой, шоколадик. Сейчас без фиг. Это был фиг. То же самое, это был фиг, мама. Отлично. Мама, это был фиг. А ты что, не фиг? Ребята, от выполни. Нам попался котенок Нудик. Еще совуня. Кто там? Опять совуня. Совуня. Когда вы
сову. Вот. Ребята, там попалась еще одна сова. И ни одной нюшеньки. Но ничего страшного. Вот такие замечательные игрушечки нам попались. Это и совуньи. Да, 4 совуньи. Котята. Лосяш. Крот. Это папа. Вот такая распаковка. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. На Татуся. Пока-пока.